l'aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte dove viene il grido. L'aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza. Sospendo per un istante l'ora e guardo dalla parte dove viene il grido. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Страстная любовь для человека. Вот это название «Душа» 42-го издания митинга. И я очень как-то тепло вас говорю. Добро пожаловать. Хочу поздравить и поблагодарить за их присутствие гражданской власти, религиозные и военные. Митинг 95-го года Люди Джусани сказал со своим порывом
личным, что христианство не возникло как религия, а как страстная любовь для человека. Отсюда родилась тема, которая как-то нас вводит этот митинг в столетие его рождения. Мы сейчас находимся в нордическом историческом моменте. Война против Украины заставила очень сильно страдать население и привезла до очень конфликтной геополитики, которая затрудняет все больше создание мира. Но это тоже неотложимое дело. Из-за войны стали еще труднее проблемы экологического перехода, который мы должны сейчас начинать. И мы понимаем также проблемы, связанные с экономикой, с энергетическими и продуктовыми ресурсами. И тоже в социальной сфере есть разные проблемы. Есть разделение, как-то исчезает мужество. Это кризисный момент. Мы сейчас видим все больше и больше возникать великие вопросы и хрупкость, которые сквозит через всю нашу культуру, все наше время. Мы перед развилкой. Или эти обстоятельства помогают нам еще больше как-то закрыться, содействуют к бунту, к или вот эти болезненные вопросы открывают нас к новой свободе, которая поможет нам стараться как-то преодолеть эти трудности. И эта свобода будет тем более истинной и сильной, тем больше свобода будет возникать от этой страсти, которую Дон Джусари нам сообщил. Мы не обречены быть объектами истории, которая идет над нами циничным и слепо перед судьбой каждого из нас. Мы призваны быть субъектами истории, который может начинать заново любой момент, когда наша свобода как раз берет начало от этого бесконечной страсти для человека. Вот этот подход, с которым мы стараемся в течение этого митинга, просто посмотреть все большие, великие вопросы, которые будут возникать в сфере экономики, социальной жизни и, прежде всего, воспитания новых поколений. Святейший Отец, Папа Франциск, нам послали в этом году послание, который вводит нас в новое сознание этой страсти. Читаю его послание для нас через епископа Римени. Ваше Преосвященство, Святой Отец через меня посылает это сообщение митингу за дружбу международными, которая называется «Страстная любовь к человеку». В столетний юбилей со дня рождения раба Божьего монсеньора Луиджи Джусани организаторы хотят почтить память его апостольского порыва, который подвигло его встретить многих людей и прислать каждому добрую весть Иисуса Христа. Он сказал в своем речи на митинге в 1985 года, христианство не родилось как, то есть я не как религия, а как страсть к человеку. Любовь к человеку, поклонение человеку, нежность к человеку, страсть к человеку, абсолютное уважение к человеку. Кажется, что история повернулась спиной к этому взгляду Христа на человека. Папа Франциск подчеркивает его много раз.
слабость наших времен, в которых мы живем, это еще и это. Думать, что не существует никакого возможности восстановления, искупления. Нет руки, которая нас поднимет, которая объятие, которое нас простит, которое нас спасет, которое нас наполнит бесконечной любовью, терпеливой и прощающей. Это как раз аспект самый трагический нашего опыта на многих людей, которые жили во время пандемии и которые должны были оставить все, чтобы убежать от церкви. Вот поэтому притча о добром самаритянине сегодня является словом, ключевым словом, потому что очевидно, как люди в их глубине ждут, как добрый самаритянин придет к им на помощь, склонится над ними, помажет маслом их раны, позаботится о них и отведет в небезопасное место. В последнем в итоге они знают, что нуждаются в милосердии Бога и в его нежности, деликатности, в любви, которая дается бескорыстно. Евангелие приводит доброго самаритянина как модель бескорыстной любви для каждого брата и сестры, которые человек встречает на протяжении своего пути. И поэтому это имеет глубинное соответствие с темой митинга. Будем иметь заботу о уязвимости каждого человека, каждого мужчины, каждой женщины, каждого ребенка и каждого пожилого человека. С этим эту позицию солидарности и внимания. Внимание, которое свойственно доброму самаритянину. Соответственно, не идет речь просто о какой-то щедрости, у которых ее больше, у кого-то меньше. Здесь Иисус хочет нас поставить перед лицом глубинных корней этого жеста доброго самаритянина. Папа Франциск так ее описывает. Признать Христа в каждом брате, оставленном или исключенном. В реальности вера, наполненная неслыханной мотивацией признать другого, потому что кто верит, может признать, что Бог любит каждого человеческого существа, каждое человеческое существо с бесконечной любовью, и который придает ему бесконечное достоинство. К этому присоединяется то, что мы верим, что Христос пролил свою кровь для всех и для каждого из нас. И, соответственно, никто не остается исключен из его универсальной вселенской любви. Эта тайна никогда не заканчивает нас потрясать, как именно Дон Джусани свидетельствовал в присутствии Иоанна Павла II 30 мая 1998 года. Что есть человек, что ты о нем заботишься, сын человеческий, что ты о нем помнишь? Никакой вопрос меня сильно не поразил в жизни, как этот. Был только один человек в мире, который мог ответить мне так, поставив передо мной новый вопрос. Какое
Преимущество будет иметь человек, если приобретет весь мир и потеряет самого себя. Или что есть, что человек может дать взамен самого себя. Только Христос берет все в сердце моей человечности. Именно это страсть человека для к судьбе каждого человеческого существа должно оживлять взгляд верующего по отношению к любому человеку. Любовь бескорыстная, без размеров и без расчетов. Но спрашиваем мы сами себя, все это не может ли показаться такой благими намерениями по отношению к тому, что мы сейчас видим происходящим в мире, в сегодняшнем мире, в конфликте всех против всех, где эгоизм и интересы сторон, кажется, что сейчас диктуют весь порядок жизни отдельных людей и целых наций. Как возможно смотреть того, кто стоит перед тобой, как некое благо, которое надо уважать, заботиться и беречь? Как возможно наполнить эту дистанцию, которая отделяет одних от других? Пандемия и война, кажется, что они увеличили этот разрыв, но мы знаем, что дорога братства, это она не нарисована в облаках, она проходит много духовных пустынь, присутствующих в нашем обществе. В пустыне, говорил папа Бенедикт XVI, открывается ценность того, что является необходимым для жизни. Так в современном мире есть множество знаков, выраженных в форме непосредственной или отрицательной жажды Бога, последнего смысла жизни, конечного смысла жизни. И в пустыне есть необходимость людей верующих, которые с их собственной жизнью указывают путь к обетованной земле и таким образом возрождают надежду. Папа Франческо не устает указывать дорогу, которая пересекает пустыню, неся жизнь. Наша забота не состоит исключительно в действиях или в программах помощи. То, что дух движет, это не какой-то активизм, избыток активности, но прежде всего внимание, обращенное к другому, которое считает его как единственная вещь самой собой, то есть единое, единство. Это внимание любви, это начало настоящей заботы о человеке. И исходя из него, желание искать действительно заботиться о его благе. Возобновить это осознание – это очень важный вопрос. Человек, который не может один проходить свой путь открытия самого себя, встреча с другим – это принципиальный вопрос. В этом смысле добрый самаритянин указывает, что наше существование – это
глубинно связано с существованием других, и что отношения с другим – это условие, чтобы стать полностью самими собой и дать плоды. Дав нам жизнь, Бог дал нам в каком-то смысле самого себя, чтобы мы в нашу очередь дали ее другим. Человеческое существо это сделано таким образом, что оно не реализуется, не развивается, не может найти свою полноту, как только через дарование самого себя другим, искреннего дарования. Отец Джусани добавлял, что милосердие – это дон самого себя, взволнованный дар самого себя. Действительно, благодарю от имени всех Святейшего Отца за эти слова, которые, конечно, мы будем еще перечитывать, об этом будем еще размышлять в течение митинга. Также президент республики Серджо Маттарелла сделал нам честь послания. Митинг в Риме предлагает в этом году очень важную возможность встречи, как место диалога, как открытое пространство познания культуры. Это событие, которое обновляется уже 43 года и показывает глубокие корни, и продолжает тогда нести свой вклад как-то за развитие нашего общества через призыв к сознанию столь много молодых людей. Название, которое было избрано для этого года, «Страстная любовь для человека», это очень интенсивное, тем более в том контексте, в котором мы живем. Сегодня, более чем никогда, тема достоинства человека, его защиты, его свободы и ценности в центре вызова, который ставится перед современным человеком. Прежде всего, тема права жизни. Недалеко от нас, в сердце Европы, воюется страшная война по вине, скажем, агрессии Российской Федерации к Украине. Европа возродилась из нацифашизма, именно как-то отказываясь от воли власти и от войны, которые являются последствиями, отказывается от тоталитаризма и от идеологии, которые как-то развиваются от первенства и этнического, национального, идеологического. Это война, нападение своими траурами, разрушениями, ненавистью, которые продолжаются расти, трясет целое человечество в своих главных народах и Европу в своей идентичности. А страсть для человека имеет как основа мир, демократическое сожительство, кооперация, социальная справедливость, отношение, уважение для каждого человека. Это дело, которое является вызовом для каждого из нас в сфере защиты человека, как это было тоже в проблема пандемии, начиная с тех, которые являются самыми слабыми. Это вызов в сфере нашей возможности солидарности, принятия и интеграции. Это вызов к нашему чувству справедливости, который не терпит, чтобы были бедности и маргинации. Человек в центре и приходит до каждого другого аспекта. И всегда верность человеку ставит нас перед самым главным вызовом сегодняшнего, то есть спасение нашей планеты от
вот злоупотребление, злоупотребление, ответственность которого является сам человек. Наше время, как повторит Папа Франциск, это время интегральной экологии. Человек должен воссоздать равновесие среды и может делать это только в духе солидарности. Ежедневные акции должны были быть инспирированы взглядом, который есть сознание, быть участники и деятели большей истории. В этом духе я хочу обратить ваше мое приветствие и желаю вам плодотворных дней для всех гостей и для большой общины добровольцев, которые организуют его. Серджо Маттарелла, наш президент республики. Ringrazio anche a nome di tutti. Спасибо тоже от имени всех президента республики. И, конечно, мы будем следовать за его призывом быть участниками и создателями большей истории, которая является как раз сердцевиной митинга. Я также очень благодарен, что мы сегодня можем открыть этот митинг свидетельством трех человек, который Папа Франциск зовет ремесленниками мира, которые живут страсть как-то примирить с большой трудностью, с большой чувством жертвы. Я благодарю его высокопреосвященство кардинала Недоинма Фалаинга, это африканского архиепископа. Также приветствую монсеньор Пьер Батиста Пиццабальба, он католический патриарх в Иерусалиме, латинского обряда. И в связи с нами есть архиепископ Пауло Пецци, архиепископ Божьей Матери в Москве. Да, здравствуйте. Давно не виделись. Война в Украине показала нам, как относительный мир, который в Европе был после 45 года, это было не что-то сам собой разумеется. Но нам дал больше сознать, что есть в мире столь много войн, которые мы слишком часто забываем. И в этом и сейчас есть миллионы людей, которые кричат, кричат или не могут даже кричать свою боль, свое страдание из-за войн, из-за пыток и из-за депортации. Вы решили слушать этот крик людей, которые были вам поручены, и не пошарили себя, чтобы быть рядом с ними, чтобы ловить все возможные возможности, чтобы способствовать любви, братству. И тогда вот вопрос мой, с которой мы вас пригласили, вас, имминенция. Среди столь много конфликтов, даже очень тяжелых в вашем континенте, были также многие моменты примирения. Как это было возможно преодолевать конфликты и соревнования, противостояния, когда есть объективные несправедливости, как не сдаться,
перед папы, перед перед местью, перед искушением мести. Спасибо. Добрый день всем. Я очень рад, что я здесь, но я не буду говорить по-итальянски, но я буду говорить по-французски. Ремесленники мира и страсти примирения. Мир сегодня имеет очень большую нужду мира. Мир – это самое драгоценное благо, которое человечество ищет. Поиск мира происходит разным способом и разными способами. Некоторые думают, что настоящий мир – это мир, который мы получаем силой, то есть у оружиями. В этом смысле мир – это как победа сильного, более сильного над более слабым. Это победа тех, которые имеют больше огня, и перед над тем, которые не имеют такой. Вот этот подход определяет мир как отсутствие войны, как отсутствие конфликта. Мир – это как не войны, не воинств. Это отказ одного из воюющих открытого конфликта. Но это просто политическое понятие мира. В мире есть также другие люди, которые имеют другое понятие мира. Мир как возможность отказаться от насилия, даже когда мы могли бы сделать насилие. Мир мы обретаем через диалог. Мир – это как плод договора, который часто мы можем достигнуть только с большой трудностью. Чтобы получить мир, надо как-то спуститься из своего подставки, чтобы войти навстречу другого. Вот этот мир укореняется в Бог. Мы получаем этот мир от Иисуса Христа, который отдал свою жизнь, чтобы примирить народы, расы и нации. По апостолу Павлу, Христос является наш мир, тот, который сделал из двоих одно и разрушил стену, которую разделили. Вот это послание Ефесянам. Как мы можем быть ремесленниками мира в этом сегодняшнем мировом контексте, где есть блоки альянсов, где есть очень четкие оси добра и зла? Мое выступление хотел бы просто разделить наш опыт, нашу работу в трудном процессе мира, примирения в Южноафриканской Республике, но вообще в нашем мире. Получить мир во время войны. Блаженны те, которые будут делать мир, миротворцы, потому что они будут называться детьми Бога. Это Евангелие от Матфея. Чтобы примирить людей в конфликте, надо быть ремесленниками мира по следам Иисуса Христа. Но мир – это прежде всего работа, экзистенциальное определение
создать жизненный контекст, в котором сожительство стало возможным. И это возможно только, если мы черпаем необходимые энергии от глубины нашей человечности. И я могу черпать эти энергии особенно из Библии, где есть слова мира и животворящие слова. Получить мир во время войны может казаться иллюзией или даже утопией, но на самом деле это не невозможно. Быть ремесленниками мира требует большую способность суждения, анализа для того, чтобы понять ситуацию объективно и справедливо, что происходит, в чем конфликт, который... И ремесленник мира не должен выбрать одну сторону. Он должен быть со всеми, быть пристрастным и не скрывая, не изменяя истину, истины. Еще помню темное время моей страны, Центроафриканской Республики, и все, что мы пережили. Когда бунтари, они взяли власть, на самом деле искажения были как-то в порядок дня. Но я никогда не перестала обличать преступления, которые были против мирного населения. Однажды некоторые бизнесмены приехали к нам и ко мне, и мне предложили очень большую сумму, 80 тысяч евро, и отказался. Есть в другом, в противном случае, я не мог бы продолжать защитить мирных, потому что они хотели купить просто мое молчание. А молитва и Слово Божие были главными источниками моей борьбы против зла и против оппозиции, которая была распространена в стране. Это было, для меня были важные слова апостола Павла Тимофея. Я тебя умоляю перед Богом и перед Иисусом Христом, который будет судьей живых и мертвых. Ты должен постоянно проповедовать слово во время и не вовремя, призывать, упрекать со всей открытостью, щедростью и учением. Второе послание Павла Тимофею. Вот этот путь, это, конечно, трудный. И там есть очень много тернистый путь, мы можем сказать, но мы должны ходить по этому пути. Даже в самой темной ночи неизвестности мы должны всегда быть смелыми, пытаться открыть брешь, чтобы свет мог бы вырваться туда, и чтобы люди могли бы иметь хоть чуть-чуть надежды. Наше терпение, наше решение показывают, по опыту, опыт показывает, что наше желание примирить иногда понимается по-разному, разными частями, которые конфликтуют. Иногда мы сами становимся мишенью, как неудобными свидетелями, с которыми надо избавиться. Я помню, были драматичные моменты этого кризиса в Центроафриканской Республике. Я глубоко убежден, что если мы будем во службе мира, мы получим невидимую силу, которая поможет нам преодолеть испытания. Я лично испытал руку
всемогущую руку Божию в те трудные моменты. И могу сказать, что Бог побеждает. Я это увидел своими глазами. Я почувствовал, попробовал в этот период, в таком темном периоде. Я ездил, я ходил по столице, и никогда меня не арестовали. Когда я знал, что бунтари там делали какое-то насилие, я туда ездил, и иногда смог их остановить. Я просто шел навстречу вооруженных людей, без оружия, но у меня было, со мной была сила веры, как сказал апостол Павел. Я поверил, поэтому я поговорил. И прежде всего я пытался утешить, призывать. Мои агенты были мои священники. Волк был, хотел бы сражать, хотел бы убить моих овцов, но я их защитил. Даже мусульмане, даже протестанты нуждались в помощи. Как мне сказал один раз папа Франциск, об Ангуи остался только один голос. Это был мой голос. Вот единственный голос звучал еще сильнее вместе с другими, потому что я на самом деле был не один, я был с моими братьями. Имам, который возглавлял исламскую общину Центральной Африки, и пастор, который отвечал за протестантские общины нашей страны. И мы все вместе рисковали очень много. Но мы были готовы умереть вместе, чтобы защитить правильное дело, чтобы дать голос тем, которые уже были без голоса, чтобы быть голосом молчаливого большинства, которое было в ужасе, в терроре этого насилия. Я был не единственный, скажем, мышелью. Один раз, когда президент был в Бенине, его интервьюировали о ситуации в Центральной Африке. И в сущности он объяснил, что Абангуи возвращался в мир, другие журналисты пошли к пастору, который, и спросили у него, что вы думали об этих декларациях? И он ответил очень прямо, просто непосредственно. Я не знаю, президент имеет какие-то агенты органов, но то, что мы видим в Бангуи, это совсем не мир. Конечно, это утверждение услышал и президент. И через два дня пастор был вызван и арестован. Но прежде чем пойти в комиссариат, он уже предупредил меня и сказал, вот сейчас меня поарестуют. Тогда я вышел, взял кое-какие-то одежды и пошел к нему. Я поздоровался с комиссаром, он был христианином, и ему сказал, пастор сказал просто истину, правду. А почему вы его арестовали? Я тоже иду и сдаюсь, чтобы я тоже являлся устником, если вы арестовали его. Тогда милиционер был в трудном положении. Несколько часов я остался перед комиссариатом на стуле, и в конце концов выпустили его в час ночи.
они хотели бы его арестовать на 2 дня, чтобы его пугать. Но солидарность освободила его. Вот этот эпизод очень сблизил нас с протестантской общиной. Я убежден, я твердо убежден, что экуменизм строится и фактами. Достичь мира значит менять вещи. Настоящий мир не достигает только друзьями, но прежде всего с теми, которые считают себя врагами. Мы должны придумать слова, которые могли бы менять ситуацию, слова освобождающие, которые дают прощение. Когда человеческий язык сотворит свои слова мира, гармонии, сожительства, любви, тогда можно воссоздать человечность, и мы сможем снова петь гимн любви и делать так, чтобы жизнь текла в каждом из нас. Сегодня наш язык – это полный слов, которые связаны с войной, с ненавистью, с насилием, с местью. Ремесленник мира является тот, который должен придумать новый лексикон без ненависти. Иногда меня раздражает, когда вижу в телевидении речи, которые на самом деле возжигают огонь, просят оружия. Не забудем, что насилие рождает насилие. Мы должны учиться выйти из этой спирали, из этой военной логики, которая хочет все решить оружиями. На самом деле здесь на ставке это выживание человечества, жизнь человечества. У меня такое впечатление, что человек еще не научился урок Нагазаки и Хиросимы, то есть логика войны и логика первенства. Это является настоящей угрозой для человеческой расы и для всего человечества, который на самом деле является в объятиях власти. Как будто человечество готовится к последней войне против человека. Мартин Лютер Кинг сказал, цитирую, мы должны учиться жить вместе, как братья. Или мы все погибнем, как дураки. Конец цитаты. В 2013 году в моей стране была очень сильная война. Я встретил в лесу парня 16-летнего, который уже стал генералом. Я с ним поговорил о воспитании мира. И с моим удивлением, даже ошеломлением, он ответил: здесь, когда человек не слушается, я его убиваю. Какая угроза? Но какое невежество? Какой погибель, какое разрушение прав? Этот молодой человек, я думал, не знает, что такое воспитание, не знает, что такое слово, как оружие убеждения. Он знает только мышцы, которые может показать. Он знает только власть насилия. Как говорит пророк Озея, погибает мой народ из-за отсутствия познания. И поэтому я прошу от имени Бога, от имени мира, чтобы мы имели смелость изменить реальность, вещи, способствовать культуре не насилия, культуре мира.
для нового человечества. И здесь Виталий, если я могу что-то вас спросить, если у вас есть общения русские, украинские общения, попытайтесь создавать мосты, чтобы был диалог с этими общинами, чтобы была работа с этими общинами, чтобы разделить питание с этими общинами, молиться с этими общинами. Таким образом мы начнем разбросать семена мира. Язык истины для справедливого мира и братского мира. Настоящий мир мы не можем достичь только силой. Настоящий мир мы можем достичь, когда мы знаем причины конфликта и войны. Обычно конфликты возникают от ситуации системной справедливости. Глобализация это никак не должна быть исключение и маргинация слабых или погасание наций, которые уже давным-давно под властью других находятся. Глобализация должна быть возможностью, в которой все нации призваны вместе, унисоном, участвовать в благосостоянии и счастью. И поэтому быть частью единого человечества. Поскольку то, что касается одного человека, должно касаться всего человечества. У нас одна человечность у каждого. В многих конфликтах в Африке эти конфликты должны как-то пробудить наше сознание. Стены, которые строят на Западе, должны нам напомнить на самом деле потребность солидарности в Африке, на Востоке и во всем мире. Кризис, который мы пережили в нашей стране, имели, конечно, такие внутренние причины, связанные с проблемами части населения, которые чувствовали себя исключенными. Были справедливые потребности, которые привели к использованию оружия, чтобы требовать права получить какие-то базисные услуги, как вода, электричество, как больницы и так далее, и так далее. Но эти потребности потом были как-то злоупотреблены внешними деятелями, которые начали дать лживые, как-то религиозные оценок этим конфликтам. Но мы к этому сопротивлялись. И нам удалось сопротивиться к этой опасной международной риторике, которая уже говорила о межрелигиозном конфликте между христианами и мусульманами в Центроафриканской Республике. Дипломатия – это не синоним лицемерия или демагогия. Дипломатия должна учиться от прошлого и строить мосты справедливости среди наций и среди народов, чтобы нести мир. Я убежден, что все средства, которые были использованы сегодня для разоружения, должны как-то могут помочь в будущее. Это очень важно, воспитание к миру. В Центроафриканской Республике, например, мы говорили как раз о воспитании мира. Сегодня есть такая площадка религиозных конфессий, которая объединяет христиан, исламистов и всех. И это имело очень важное
очень важное влияние, очень важная позиция. Вот эта площадка сегодня является единственным организмом, который является очень как-то правдивым на международном уровне. У нас есть такой пример, просто сожительство, которое является возможным, что могут сожить вместе разные конфессии и разные религии. После путча мы встали вместе, чтобы обличать любое злоупотребление, инструментализацию религии со стороны политики, и чтобы напомнить светский характер нашего государства. Эта площадка диалога является очень важной, чтобы спасти национальное единство, а также чтобы люди могли бы выразить свои отличия религиозные. Вот почему мы организуем разные мероприятия, чтобы разные общины могли бы познакомиться друг с другом, понять и принимать отличия, различия. Но также, чтобы учиться вместе лечить раны, которые кризис нам дает. Вот эта площадка всегда провозглашала, что нынешний кризис – это не межрелигиозный кризис, но это политический кризис. И религия не может быть только средством, и тем более даже гарантия на службе политические, скажем, замыслы. Мы об этом говорим в сетях, мы говорим в медиа. Есть программы, которые нас объединяем и транслируем по радио. Принцип этой передачи очень простой. Сеять мир в сердцах и в умах. Учиться заново жить вместе, всегда в единстве. Идти вместе в атмосфере солидарности. Мы вместе были паломниками паломничества в разных столицах Европы, чтобы говорить о нашей ситуации, чтобы просить помощь для нашего населения. Мы говорим о прощении, о мире, о справедливости и о примирении. Наша площадка имеет также гуманитарное измерение вместе с Каритасом и другими негосударственными, неправительственными организациями. Мы помогаем внутренним беженцам. И есть такая пророческая, провиденциальная роль. Вот эта площадка стала как место, как пространство доверия, потому что проповедь, слово, которое мы проповедуем, как-то превращается в факт. То есть мы можем сказать, что мир вертикальным образом укореняется в Боге, и христиане получают его в Иисусе Христе, который поручает им быть сетелями мира. Вот эта миссия – это один из главных вызовов воскресшего, который так заповедовал Христа. Мир вам, как Отец послал меня, и также я шлю вас. С точки зрения, горизонтальной точки зрения, мир – это поведение, это отношение. Это работа, забота, решение строить мосты среди народов и среди наций, ремесел мира.
есть избранник, блаженный, который как Сын Божий, как готов себя отдать полностью, чтобы превратить, чтобы преобразовать лицо нашего мира. Сегодня мы можем сказать, что нам нужно менять вещи. И у нас должна быть смелость преодолеть грани сегодняшние. Мы обречены жить вместе, жить в согласии, если мы хотим дать человечеству новую возможность написать новую страницу истории, страницу героев мира. Спасибо за внимание. Спасибо, Ваше Высокопросвященство. Спасибо за ваши слова, за ваше свидетельство. Merci beaucoup. Монсеньор Пиццабалла. Сейчас прочту фразу. Вопрос, монсеньор Пиццабалла. Это о Среднем Востоке, ваша ситуация, в которой вы живете. Конфликты и войны, кажется, что они нерешимы. Но многие попытки, может быть, избежали развития насилия, но настоящий мир кажется так столь далекий. Но есть идеологии. Как вы живете в этой ситуации, ваше работу за мир и... Да, я думаю, что у меня немножко мало времени, поэтому постараюсь синтетически говорить о мире и о справедливости Святой Земли. Это очень тяжело, потому что это задание, которое часто стараются избежать, потому что, чтобы избежать именно этой риторики и пустой идеологии, которая была наполнена все эти собрания, ассамблеи последнего времени, и которые всем надоели. И еще потому, что справедливость и мир кажется немножко таким миражом, все более дальним, которое оставляет в душах ощущение фрустрации и недоверия. И поэтому люди избегают об этом говорить. Я как пастор Иерусалимской церкви, я думаю, что более плодотворно говорить моим общине о единстве, о способности хороших отношений, как о нечто более конструктивном в жизни церкви, и не использовать просто слова «мир», «справедливость», «надежда», «будущее», которые часто остаются только словами. И нельзя говорить о надежде, если нет веры, потому что надежда – это дочка веры. То есть говорить сегодня о надежде, не ставя ее в контекст веры и доверия – это риторика. Вы мне предложили говорить об этом аргументе очень с конкретной точки зрения. Я должен говорить о том, как я, Пьер Баптист, переживаю эту заботу о мире и справедливости. И это мне позволяет говорить об этой теме более конкретно и значимо. И потому что сейчас говорить о мире, это как бы немножко стоять на стороне того, кто борется с ветряными мельницами.
Должно быть ясно, что в каждом из нас, и особенно в нас, ведущих, которые для нас это забота о мире и справедливость, это не нечто, не какая-то добавка к вере, это аксессуар, от которого можно отказаться. Наоборот, вера в Бога, она рождает обязательно желание блага для каждого человека. И чтобы соотнестись это с темой митинга этого года, рождает страсть к человеку, чтобы человек был достойную жизнь его человека, рожденного по образу и подобию Бога. Я должен немножко рассказать про ситуацию на земле. И то есть то, что сейчас происходит, что никто не доверяет друг другу, ни израильтяне, ни палестинцам, ни обратно. И оба народа не хотят даже слушать о процессе мира после больших провалов в этом процессе. И политика с обеих сторон от этого от стены очень слабая. В Израиле 5 избирательных кампаний за 5 лет, в Палестине вообще никаких выборов с 2005 года. В секторе Газа ситуация еще более сложная. 2 миллиона человек заключены в крохотном клочке земли, высокий уровень безработицы, нет у них воды и электричества в течение многих часов в день, а власть вмешивается постоянно в их жизнь. И с другой стороны, она слабая. И перспективы какого-то мира все более слабые, все более бесперспективные. И с другой стороны, осознание, ощущение, что у палестинцев такое ощущение, что их бросили, что международное сообщество не заботится больше о них, не думает о них. И они остались одни в борьбе за свою страну, за свои права, за Палестину. В общем, длинный список такой. Я остановлюсь лучше здесь. Расскажу об этом кратко. Что означает в этом контексте, очень точном контексте, заботиться о справедливости и паче? Как это в моей жизни происходит, в жизни пастора? Чтобы это слово было не закрыто в самом себе, а обращено к другим. Прежде всего, необходимо, чтобы эта забота была личной убежденностью. Как я только что видела, почему люди приходят тебя слушать, говорил Джусани, потому что ты веришь в то, что ты говоришь. Поэтому важно тот, кто это говорит. Не имело бы смысла и не работало бы... Не работало бы, если бы церковь говорила о каких-то вещах и не верила бы в это настоящему. Нужно верить, чтобы та забота о мире и о справедливости должна быть первое выражение собственной жизни веры. Если моя забота пастора – это сохранять веру в моей общине, и, соответственно, нужно сохранять права людей, которые в этой общине. Это каждый пастор в этом своей заботе вносит туда свою жизненный опыт, свою историю, свою чувствительность. Прежде всего, я должен сам верить, и потом я должен вносить туда свой собственный опыт. Не было бы смысла для меня, например, говорить о справедливости и мире, как, например, говорили об этом мои предшественники, патриарх Сабах, он был героем в этом контексте, да. Это
Да, и потому, это с одной стороны, потому что история изменилась, мир изменился, и другой, я происхожу из другой истории, из другого опыта. Я должен говорить те вещи, которые коэрентны, соответствуют тому, чем я являюсь. И я там не просто случайно в Святой Земле, я там по божественному провидению. И я должен действовать согласно своего стиля, своего опыта. И есть еще другая сторона. Моя история, моя личность, она должна обогащаться слушанием и участием со стороны моей общины, которая должна найти во мне внимательного слушателя, внимательное сердце. И тогда мой стиль, какой он? Я думаю, что нельзя, можно говорить серьезно о справедливости и мире, не употребляя слово прощение. Но это слово немножко сложное в Святой Земле. Нужно очистить собственное чтение истории, как бы от принципа жертвы. Нужно построить, если вот это вот понимание себя в качестве жертвы становится главным, то невозможно построить будущее. И прощение – это обязательный ингредиент для того, чтобы пройти этот этап. Это не само собой разумеющееся. Прощение – это часто видится как нечто слабое, как слабость. И в контексте израильско-палестинского конфликта прощение – это как будто бы отказ от борьбы за собственные права. И этот разговор требует моей готовности проживать прощение прежде всего и соответственно, в моем сердце умиротворение. И это не просто слова, это опыт, это факты проживаемые. Люди должны видеть во мне умиротворение и синтез между жизнью веры и жизнью реальной. Что касается отношения к реальной жизни, то есть вопрос, на который не просто ответить. Как я могу помочь людям очистить их память? Как я могу говорить людям о прощении, когда у человека болезненная конфликтная жизнь? Часто мне говорят люди, для тебя, итальянца, это просто говорить о мире и справедливости. А для нас, которые мы каждый день живем в этих трудностях, как мы можем говорить о прощении? Это не просто говорить об этом, этот вопрос. Но я все равно убежден, что говорить о прощении – это необходимо. Но в любом случае надо говорить, надо слушать этот голос человека, который говорит с болью. И вот это вот умиротворение – это синтез между… Это трудный синтез, всегда болезненный, и не всегда она работает. Оставаться внутри этого разрыва, проживать этот разрыв и не иметь претензию предложить готовое решение, но просто находиться там с верой, с доверием, наполненной надеждой, соответственно, основанной на вере Бога, который сделает все. Не существует того, кто с другой стороны, понятно, что нет человека, который борется за мир и справедливость, и в то же время то такой весь в порядке, всеми восхваляем и всем нравится. Ты должен принять такое одиночество. Да, и может быть, то, что ты делаешь сейчас, будет иметь плоды потом, когда тебя уже не будет. Меня много лет уже сопровождает отрывок из Евангелия.
Это такой трагический выбор, который ставится между перед народом, между Иисусом и Вараввой. Варава – это имя на арамейском, означает «сын папы». И это так как бы издевательство над Иисусом. Варава – это такой активист, который хотел как раз достоинства, справедливости. Это его такое миссионерство было такое простое. И с другой стороны был Иисус. Как я, латинский патриарх Иерусалима, я нахожусь в ситуации выбора. Надо все время занимать какую-то позицию перед лицом военного конфликта. Как соединить вот это вот... Как защищать права людей в этом контексте? Как говорить о правах? Как свидетельствовать о кресте, который на кресте прощает всех бескорыстно? Что означает конкретно стать на стороне Иисуса и не Вараввы? Как проповедовать о любви, чтобы и о прощении врагов, чтобы не встать на стороне одного народа против другого и наоборот. Как и каждый христианин может оказаться в этой ситуации выбора между Христом и Вараввой, умереть на кресте или бороться? Как можно говорить об освобождении, когда о прощении, когда твой народ страдает от власти иноземных? Как я могу думать прощать израильтянина, пока я нахожусь под его гнетом? Как я могу не защищать свои права? Прежде чем говорить о прощении, может быть, надо говорить про справедливости, а израильтянин добавляет, как я могу прощать того, кто убивает мой народ? И в глубине Варава, он, собственно говоря, он не очень плохой человек, он вполне разумный. Понятно, что выбирать Христа, это не значит выбирать... То есть есть еще равнодушие такого абстрактного христианства, но христианин выбирает Христа, Христос умер на кресте в поражении. И Христос ничего не решил, никаких политических проблем в своем времени. Он не освободил... Потом после него еще было хуже, да. Он не освободил человека от того или другого угнетения. И он не ввел какое-то некое освобождение, он ввел настоящее освобождение. Перед лицом зла мира мой долг пастора. Что я могу сказать, что христианин перед лицом зла должен просто страдать и умирать на кресте, что у него ничего нет, чтобы сказать о драме? Нет, конечно, нет. А перед лицом вот этого Ближнего Востока и Святой Земли христианин действует точно так же, как другой человек, потому что все эти... понятие о мире, о справедливости, это все те же самые понятия, которые живут в сердце любого человека. И человек должен как бы пытаться реализовать это его. И он, человек, любой человек борется за достоинство. Но не нужно позволять себя как бы захватить злу, которая вокруг.
Согласно видению Варавы, позиция Христа слабая, ни к чему не приведет. Но нам свидетельствует, особенно бедных и несчастных, нам говорит, что семена остаются, и они приведут к будущему. Я хочу привести в конце свидетельство о маленькой общине в секторе Газе. Она очень активная. Это несколько сотен человек среди 2-миллионного населения. Я никогда не слышал от них никакого упрека или зла. Они всегда активные, они всегда делают что-то для других, для бедных. Они уже сами бедные, и они пытаются сделать самые простые вещи, привезти кому-то холодильник, какие-то обувь для детей. Но это свидетельство. Капля в океане – это свидетельство общины, которая не сжата сама в себе, закрыта сама себе, но относится к другим, вступает в отношения к другим. И для меня, я слушаю от этих людей, от этих молодых людей, что для них самое важное не то, что купить холодильник или обувь, они хотят слушать людей, дать им все необходимое время, чтобы высказаться. И вот свидетельство девушки Гада. Она хочет освобождения для своего народа, но она просит у Бога не этого, она просит освобождения от ненависти в своем сердце. И это великие свидетельства людей. Я немножко пропущу то, что хотел сказать. Есть еще очень много вещей, которых, но я иду к окончанию. Я спрашиваю, какая в моем контексте специфическом, может быть, какой-то другой контекст в отношении к другим, как я могу стоять перед этими вопросами и заботиться о мире и о справедливости, а чтобы это не стало простой риторикой и идеологией. И я думаю, что тот, кто предлагает готовые вопросы, это, ну, не нужно им верить, потому что здесь невозможно иметь вопросов, ответов простых, это лживо. Я думаю, что нужно просто стоять перед этой ситуацией, спокойно находиться рядом с твоим ближним, без всякой претензии кого-то чему-то научить, но стараясь разделять. Это единственный способ, чтобы научить прощению, миру и справедливости, это ощущать их в себе, то есть это жить, проживать их самому. Всегда справедливость и мир это синоним любви. Он может дать фундамент нашему и прощение – это поистине революционный жест, и он рождается изнутри, а все правительственные решения, они приходят потом. Спасибо, Ваше Высокопреосвященство, за Вашу откровенность, прозрачность, аутентичность и конкретность, которая удивляет. Кажется, что с простотой, но это очень
прозорливые. Я видел, что никто не отдается искушениям, претензий иметь непосредственные результаты, которые являются или алиби для неработы, или для насилия. Монсеньор Пецци, спасибо, что вы соединились. Вопрос, который мы сейчас вас дадим, как можно говорить о примирении, когда есть глубокие разделения не только в социальной жизни, но и внутри общин, внутри семей. Спасибо. Послушаем вас. Прежде всего, я хочу не просто говорить после таких великанов свидетельства, как то, что мы только что послушали. Прежде всего, я благодарю митинг за смелость, за мужество этой встречи, за страстную любовь, которую он оказывает. И это христианская проповедь Христа, которая является нашим миром. И это как-то событие Христа, которое есть внутри каждого события истории. Это вечное и бесконечное в истории мира. И я думаю, что без этой перспективы вечности я не мог бы не только говорить, а прежде всего жить примирение и мир. Поэтому прежде всего мир. Опыт мира во мне, мы уже слушали, что это самый далекий от сердца человека. Мир – это одно из более повторяемых слов. Не только в литературе, в мировой литературе, в политических, религиозных речах, но также в наших ежедневных разговорах. Мы хорошо знаем, что когда мы говорим много о чем-то, обычно это потому, что это отсутствует. Есть псалом, где бедный псалмист жалуется перед Богом. Парадоксе, что с ним происходит. Тем больше говорят о мире, тем более хотят и делать войну. Со мной случилось часто в эти месяцы, годы, скажем так. И не только после 24 февраля. Слышать многих верующих, несмотря на их этническую принадлежность, были итальянцы, были американцы, африканцы, европейцы, которые не хотят или не могут слышать, говорить о мире, но все равно они желают как-то глубоко в сердце. Очень сильно был мой опыт, когда я просто исповедовал во время Святой Страстной Седмицы, особенно в пятницу, в субботу, Страстной Седмицы. И большинство тех людей, которые я исповедовал, иногда в слезах говорили не столько о своих грехах, а именно о невозможности отказаться от насилия, от ненависти, которые они чувствовали в их сердцах и не могли бы как-то избавиться от этой ненависти. Для некоторых из них единственная возможность столь страшная,
это было как-то безразличие. Ну, то есть или ненавидеть, или стараться не думать ничего. Это мне дало понять о том, что это дар мира, опыт мира, это прежде всего не человеческое достижение. Мы можем стараться сколько хотим. Мы никогда не достигнем мира, мир через какой-то шаг, через какой-то этап какого-то пути. И я думаю, что мы об этом должны помнить, что ненависть, ярость, злость не являются частью нашего человеческого опыта. Это что-то, которое входит, потому что мы его пускаем. Это меч сатаны, это ложь. Но у нас есть сила. Сила, что мы можем просить мир, и мы можем принять мир, как Господь нам дает, как Христос нам дает в наших отношениях. Мир – это дар, и как таковой мы должны принять его и признать его. Иисус своим друзьям, мы слышали уже, сказал, что «Я вам дам мир». И это будет мир отличный от того мира, который дает мир. Для мира, на самом деле, мир – это воцарение некой власти. И мы говорим всегда о мире как о будущем. И почему-то всегда мы думаем, что нужны самые слабые, которые должны будут жертвовать, а самые сильные не должны жертвовать себя. Но это ложь, тот мир, который мир нам дает. А для Иисуса мир – это присутствующий опыт, который отражает уверенность любви к Нему. Конечно, зло распространяется, и вроде бы как-то добро – это только кое-какие-то огоньки, но даже самая темная ночь может быть освещена какими-то убогими огоньками. В этом году зимой я был в Северной России, я был в очень темной области. Как вы знаете, на севере зима – это очень темно. А вдруг была какая-то плеяда звезд, самые малейшие пункты, бесконечно далекими, вдруг освещали вот эту давящую темноту. И недавно друг мне сказал, конечно, кто помнит палача Освенчина, а мы все знаем и помним, кто такой Максимилиан Кольбе. Или кто помнит тот эфиопа с очень странным именем, который мы только что слышали в чтениях Иеремию. Но имя Иеремии мы все его помним. То есть вот эти огоньки не отключаются. И если это правильно, что мы не можем действовать какими-то сроками, с другой стороны, мы должны видеть эти настоящие пункты создания мира, которые уже существуют. Они не отлагаются на какое-то будущее. Меня всегда поражало тот факт, что Иисус обращался к своим со словами «Мир вам». Там нет никакого старания, нет никакой власти, нет никакого явления царственности.
Это, ну, какой-то естественный жест для его личности. И это знак бескорыстности, бесконечной, безграничной. Когда я стал епископом, вы знаете, в начале литургии епископ обращается к верующим этими же словами Иисуса. «Мир вам!» И мне просто вначале был некий трепет, потому что как-то приветствовать верующих те же самые словами, что использовал Христос. Но после этого приветствия Иисус не говорит об отсутствии веры своих апостолов, но дает им миссию. Миссия – это примирение. Очень важно понять, что примирение, но само крещение, милосердие являются опытами, которые как-то продолжают опыт вечности, которые нас держат перед открытой перспективой вечности в нашей ежедневной жизни. Вечности у нас не будет христианства, не будет милости, милосердия, не будет прощения. Эти опыты необходимы сейчас здесь, для нашей жизни сейчас, и они нужны, как насущный хлеб, как воздух, который мы дышим. Опыт примирения, дружбы, общения – это именно та плеяда огоньков надежды. Это единственное необходимое, единственное нужное, которые христиане могут ввести в мир. Есть много другого диалога, попытаться создавать хорошие отношения с наилучшими намерениями. Все в состоянии делать это, но никто не имеет такой ответственности, такой возможности, как у нас христиан. То есть нести прощение и все равно все нуждаются в этом. Папа Франциск говорит, что все имеют этого права даже. Я помню часто, может быть, вы уже слышали от меня, рассказ моей встречи с пожилой женщиной в Сибири, когда я был в начале своей миссии. Я был молодым священником и поехал в приход в Сибирь, чтобы заменить больного священника. И там были две монахини в этом приходе, и они меня попросили нести причастие пожилой женщине, которая была больна и не могла пойти в церковь. И они мне сказали тоже, что у нее, что она была немецкого происхождения, она говорила, ну, такой полунемецкий, полурусский, но она понимала по-русски, я тогда могла бы, я мог бы ее исповедовать. И эти монахини также мне сказали, что в 30-е годы эта женщина была депортирована, и были убиты перед ее глазами два сына, которые у нее были. Все, я поехал к ней, исповедовал и причастил ее, и потом, ну, немножко как молодой священник, немножко, ну, какой-то гордый и любопытный, спросил у нее, ну, что вы думаете о Сталине? И она открыла, просто распахнула глаза и мне сказала, что я думаю о Сталине. Ну, что вы хотите, чтобы я подумала? Я его простил, а иначе как я могла бы жить без этого? Вот я
помню, что я вернулся в Новосибирск, уже не говоря ни одной слова, и просто у меня были слезы в глазах. Опыт прощения, который я жил в приходах в Северной России, в моей епархии, в печально известной области, печально известной из-за лагерей, меня очень трогало. Потому что я видел, когда служил, мы говорим о приходах 10-12 человек, это крошечные приходы, но меня всегда волновало и трогало, что эти люди – это дети депортированных, ссыльных, или дети палачей. Там нет альтернативы. Местные – это очень мало. И все равно меня всегда трогает, как они рады, как они даже энтузиасты. Несмотря на то, что они немногочисленны и уже пожилые, надо сказать. Как они радостно живут именно из-за прощения, из-за взгляда на себя без забвения, без преодоления того, что произошло, но с прощением того, что произошло. Они дали место в себе другому. Я думаю также о диалоге, который у меня был с девушкой, украинской девушкой. Ее брат был вызван в армию. И после нашей встречи, в которой мы говорили о прощении, она справедливо немножко раздражена. Мне задала вопрос. Но тогда мой брат должен идти на смерть. Пустить, чтобы его убили? Я ответил, что, конечно, его брат должен брать оружие. В смысле, что защитить родину. Некоторые моменты – это очень важная ценность. И иногда может требовать жизнь. Поэтому он должен был бы убить или быть убитым. Нету. Это нельзя думать, что так не получится. И молодость брата не помог ему. Но я ей сказала, ну смотри, если твой брат не будет простить то время, когда пока он будет все равно стрелять на русского, он будет нести ненависть в своем сердце всю жизнь, пока он будет жить. Если будет убивать так называемого врага, он потерял без прощения. Упустил без прощения возможность, чтобы этот враг стал братом. Очень трудно здесь возражать. Я не хочу дискутировать. Можно сказать, что это невозможно, что это неразумно, что нельзя просить столь много. Но во всяком случае я хочу сказать, что мы не можем избежать опыта прощения в нашей жизни. Если иначе, мы не можем жить. Даже опыт жены полицейского из Коммуна Либерационе Виталий, который был убит красными бригадами, и Джусани ее попросили, ты должна прощать, это будет полезно твоим детям. Это именно в этой перспективе, то есть без опыта прощения мы не можем жить. То есть мир и примирение касаются отношений среди людей.
между людьми. В этом смысле очень мне понравилось, что в этой встрече говорится о ремесленниках. Конечно, есть деятели мира, создатели мира, это евангельские слова, но когда мы говорим о ремесленнике, меня нравится, что он человек вовлечен, у него руки действуют, он строит реальность, которая есть у него в руках. По той судьбе, которая вписана в реальность с самого начала и до конца процесса. То есть мир – это мир и все. Примирение – это примирение и все. Быть ремесленниками значит прежде всего назвать вещи своими именами. И потом это значит страстное отношение, это вкус попытаться работать над миром. Кто не... Какое для всех было удивление, когда мы видели, как Папа Франциск целовал ноги Господ войны в Африке. Или Пеги, когда он говорил о своей матери, которая переплетала стулья, для нее это было как проповедь Христа, это как создать христианство. То есть работать это как... Вот для меня быть ремесленником мира это ответить на тайну Бога, ответить перед моим призванием. То есть не избежать задачу, которая мне была дана. То есть мое служение епископа католического спецчезвиха. И это дает мне возможность создать мир во мне, прежде всего, потому что мне тоже нужен мир. Мне тоже нужно быть мирным. И потом в отношении с народом, который мне вручили. И потом в реальность, в которой я живу. Поэтому я постоянно, неустанно призываю мою общину везде жить в мире. Было бы очень интересно, конечно, у нас нет времени говорить об опыте прощения в борьбе, скажем так, среди коллег, которые пытаются воевать между собой, чтобы сделать карьеру. Во всяком случае, для меня именно ответить Христу – это то, что дает мне начинать именно с прощения. И видит положительность другого, который отличается от меня. Я не знаю, как вам сказать, но это практически математически. Есть иногда, когда я открываю в себе какую-то ненависть по отношению к кого-то, если я останавливаюсь и думаю немножко, я замечаю, что это отсутствие мира во мне происходит от того, что у меня, что я не простил сердечно этого человека, даже если я простил формально. В конце концов, в конце своего сердца я не просил прощения у Христа, не просил у Христа дать мне силу открыть сердце для этого человека. Но когда я так поступаю, это не магический вопрос, но реально мир и тишина возвращаются в мое сердце. А когда превалирует забота за создать не знаю что-то, вдруг все-таки как-то все становится туманным, тусклым. И даже суждение становится политическим компромиссом.
наша девушка, была одна встреча с молодежью нашей епархии, сказала: знаете, сейчас нет уже одной истины для всех, есть оправдания, есть частные идеологические правды. По-русски есть истина, есть и слово правда. И я думаю, что правда, особенно для самых старших, это слово, которое итальянцы знают, потому что была газета «Правда», ну такая режимная газета. Это хорошо видно, когда когда власть подчеркивает некоторые ценности. Например, мир сегодня является ценностью, не опытом, и это очень важно, ловить и понять эту разницу. Говорилось о общих ценностях, о религиозных ценностях. Если подчеркивается идеологически эти ценности на самом деле, они бунтуют против нас. Думайте, например, о ценности мира или Родины. Это противоречие к любви Родине, которая является ценностью как таковой, одоществляется с земной ценностью, именно ценность мира. И ценности становятся на самом деле оправданием самого беспощадного насилия. И каждая власть чувствует себя как носителем мессианской призыва. Это было и для Ленина, как говорит Солженицын в Цюрихе. Потом, когда он вернулся на родину, в Россию, Ленин старался реализовать этот мессианизм даже ценой, высочайшей ценой человеческих жизней, как мы, к сожалению, знаем. Это искушение, как я читал где-то, будет только, только временно будет искуплена. Кажется, что Ленин сказал: мы дадим электричество и деньги советскому человеку, но мы никогда не сможем дать ему счастье. Но во всяком случае, я думаю, что ситуация для нас еще тяжелее. Если римляне могли говорить парадоксально: если ты хочешь мир, готов войну, потому что тогда еще без Христа война была средством, к сожалению, но для того, чтобы разрешить юридические конфликты для нашего 21 века, с развитием конфликтов, которые открываются в Ближнем Востоке, в Европе, в Африке и в Азии также, и в самой Америке, может быть, океане, она пока в мир. Все это только как-то показывает, предвествует как-то поражение человечеству. Как говорит Папа Франциск, это Третья мировая война во всей планете. Такой атмосфере, казалось бы, что безразличие для моих верующих или отчаяние для других было уже нормальное состояние. На самом деле нет. Прав Пеги, когда он говорит, что отчаяние – это последний берег дьявольской гордыни, которая есть в нас, которая как-то живет в нас. Потому что отчаяние – это что-то чужое в опыте человека. Для настоящего человеческого опыта родственное – это опыт желания, опыт
печаль в каком-то смысле. То есть ностальгия, желание мира и примирения, которые дают нам желание принять прощение. Человечным перед насилием власти, перед отчаянием сопротивляется опыт прощения, который воссоздает опыт человека. Таким образом, на основе прощения человек становится еще невинным. 40 лет тому назад святой Иоанн Павел II сказал, что вы должны создать новую цивилизацию истины и любви. Молитесь об этом, работайте об этом, страдайте об этом. Я думаю, что эти пророческие слова очень сегодня актуальны. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо от всего сердца, монсеньор Пецци, за это да, даже не за слова, а за свидетельство в этой ситуации такой тяжелой, в которой вы проживаете. Я думаю, что это свидетельство мы не можем ничего добавить. Я позволю себе только сказать одну вещь. Каждое из этих трех свидетельств, я думаю, что оно могло быть отдельной встречей, но то единство, глубокое, глубинное единство между всеми этими тремя свидетельствами, это само по себе уже свидетельство, что в мире есть одно присутствие, одно свидетельство, которое начинает создавать новый мир в том числе в ситуациях, которые нам могут показаться отчаянным. Но через прозвучавшие свидетельства они возникают как место надежды. Потому что есть кто-то, кто действует. Хорошего митинга всем. Спасибо вам.
l'aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza. E tutti, colpiti da una curiosità, sospendono un istante l'ora e guardano dalla parte dove viene Dio. L'aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza. Sospendo un istante l'ora e guardo dalla parte dove viene.